21 июня в Санкт-Петербурге на площади перед Чесменским храмом Рождества Иоанна Предтечи пройдет праздник, посвященный столетию Московского района. В программе праздника «Божественная литургия», торжественная часть открытия праздника, открытая лекция протоиерея Алексея Крылова по истории Московского района. Также на площади будут представлены картины, гравюры, фотографии, рассказывающие об истории района. Состоится мастер-класс по рисованию Чесменской церкви, который проведут известные петербургские художники Анатолий Заславский и Арон Зинштейн. Для гостей праздника пройдут мастер-классы по колокольному звону и различным ремеслам, викторины, а еще все желающие смогут покататься на лошадях. Праздник, посвященный столетию Московского района города Санкт-Петербург, пройдет 21 июня на площади перед Чесменским храмом Рождества Иоанна Предтечи. Начало в 9:00, улица Ленсовета, 12.